Российский Дед Мороз вновь приглашают на музыкальный фестиваль школьных команд КВН, который впервые пройдет в канун дня его рождения. Заявки на участие в 7-м Всероссийском фестивале КВН на Кубок Деда Мороза уже принимаются, и мы ждем вашу заявку. С 14 по 16 ноября в сказку Деда Мороза с подарками, поздравлениями и яркими выступлениями прибудут команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской и Архангельской областей, Краснодарского и Ставропольского края, чтобы побороться за главный кубок, вручать который будет именинник «Российский Дед Мороз». Спешите отправить заявку уже сегодня, и вы станете участником самого сказочного события года – дня рождения Деда Мороза. Специальный гость фестиваля – команда высшей лиги Международного союза КВН «Сборная РУДН». Поздравь Деда Мороза первым!